наверное, знаете, что католический храм Саграда Фамилия строится с 1882 года и не завершен по сей день. На самом деле этот храм можно назвать проектом жизни Антонио Гауди. Он начал вовлекаться в строительство храма в 31 год. Католической церкви большое внимание уделяют Деве Марии, как матери Иисуса. Антонио Гауди был вдохновлен анатомией человека. Если вот вы посмотрите на вот эти колонны, в них действительно есть что-то такое анатомическое. При входе одну колонну подпирает морская черепаха, а вторую колонну подпирает земная сухопутная черепаха. Это означает, значит, две стихии – водная и земная. Ноябрь месяц, здесь немножко прохладно, а временами дождь. Здесь такая расслабленная атмосфера. Все сидят, пиво пьют. Рабочий день, днем. Мне кажется, здесь никто не работает. Бульвар или, не знаю, авеню имени Пикассо. А вон там, по-моему, вот это. Или следующее, это отель Пикассо. А если вот так вот пройти туда, вниз, там будет музей Пикассо. Итак, челлендж, кто быстрее произнесет полное имя Пабло Пикассо. Пабло Диего Хосе Франциско де Паула Хуан Непомуцено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо. Женщина в кресле. Собака. Еще собака. Еще собака. Еще собака. Еще собака. Еще собака. Почему я спрашивал про собаку? Речь идет о вот этой собаке. А эта картина вообще принадлежит Диего Веласкесу. Это испанский художник. И на самом деле все вон те картины, которые я вам показал до этого, это анализ Пабло Пикассо, вот всей этой картины. Он посвятил этому анализу несколько лет, можно сказать, даже полжизни. Вот и постоянно это все, он рисовал это вот так, наваждение все время, он вот этим занимался анализом. Или картина называется «Менины», «Фрейлины». Вот эта девочка, она напоминала Веласкес, Пабло Пикассо, его сестренку, которая ушла из жизни очень рано. И вот эту боль он вот пронес с собой, как всю жизнь она его преследовала, эта боль. А теперь давайте сравним эту картину и картину, и окончательную герой-картину Пабло Пикассо. Эти говорят, Пикассо создал за свою жизнь около 20 тысяч работ. Умер он в 91 год. Стал знаменитым примерно в 15 лет. И где-то 76 лет он работал, вся его трудовая деятельность. Это означает... 263 работы в год он производил. Если это поделить на недели, то получается около 5 продуктов в неделю он производил. Вот. Довольно-таки эффективно, я скажу. Сколько мы продуктов в неделю производим полезных? Вот это место называется Плата Реал или Плата Реал по-испански. Здесь кафешки, рестораны, рестораны, кафешки, кафешки, рестораны, и еще раз рестораны, кафешки. Сейчас я иду по Рамбле и собираюсь встретиться с местным художником, который рисует у Эль Театро Принципаль. Он уже много лет здесь живет, о нем я узнал от нашего соотечественника, предприниматель Сумсарбек. Он руководитель
кафе Бан Бан. И оказывается, это его дядя. И мне очень будет приятно с ним встретиться. И я вас с ним познакомлю сейчас. Первый раз приехали сюда, одни, которые пускают книгу, заинтересовался и говорят, давай тебе сделаем книгу. А я тогда ничего не говорил, на испанском плохо говорил. Мы тебе книгу сделаем, и ты будешь это самое, мы тебе одну книгу подарим. Я так доволен, хорошо, сделали книгу где-то 300 листов, из этих 300 листов половина это была моя биография. Вот, художник из Кыргызстана, приехал в Барселону, там мне фотографировали, видео сделали, и вот. И потом книга закончилась, мне подарили одну книгу, я был счастлив за эту одну книгу. Потом я не представлял, что надо это делать контракт, это все-таки персонально. Надо иметь что-то какое-то, они должны делать, они знали, но я же ведь не знал там. И потом она где-то продавалась, эта книга, 15 лет, там, 15 или больше даже, 20 лет. Ну вот там спустя какое-то время мне художники говорят, когда уже сделали, через год мне говорят, слушай, говорят, твои книги там, мы тебя видели, половина листа твои, зачем ты здесь сидишь? Так, а что такого, я говорю. Они говорят, так это они же с тобой контракт делают. Я говорю, нет, просто меня попросили, я согласился, мне подарили одну книгу и все. И вот в течение столько лет продавал книги, а потом я сам пошел, посмотрел, да, книга, у меня сейчас дома. В основном здесь очень такой популярный сейчас Эсколя Масана. Она считается как бы модерна, престижной, да? Считается Масана. Самое главное, чтобы было желание, хотело. Нравится это, многим нравится, а надо хотеть. Наше училище Семена Афанасьевича Чуйкова, все учителя, которые там преподают, честно говоря, они все гениальны. Они все получили образование в Санкт-Петербурге, в академии. И они, наши учителя, они очень сильные. Когда я приехал сюда, мои дети были маленькие, одному 1,5 годика, другому 3,5 годика. Маленькие были. Буквально они здесь они выросли. Они хорошо говорят на английском, на каталанском, на испанском. Дети сейчас немножко повзрослеют, они начинают, уже хотят говорить на кыргызском. Сейчас они сами хотят говорить. Папа говорит, давай, говорит, ты, говорит, на кыргызском говори, мама на испанском. Хорошо? Ну вот я уже в течение 5 лет, я уже начинаю с ним на кыргызском, на русском. Они уже немножко, дочка больше знает на кыргызском. В течение 20 лет, когда я поехал в Бишкек, я долго не был. Смотрю, Кыргызстан расцветает. Нет те места, которые пивные бочки сидят, там курят все, там пиво пьют, нет. Молодежь все стремятся. Дома строить, эти строить, бежит. Весь ресторан, там, кыргызстан кыздары, балдары татнакай. И что это? Все работает. И вокруг смотрю, все бегают, все что-то делают. Такой бурный жизнь у них там идет. Я так посмотрю, думаю, боже мой, неужели так? Вспомним те времена, в наши времена. А что-то изменился вообще совсем. И все говорят на английском, на французском, все такие, вот, просто я был, чуть ли не плакал, внутри такой радость. После 26 лет первый портрет делаю кыргызского парня. Знаете, честно говоря, это не верится, многие не доказывают. А вот первый портрет я сегодня нарисовал в Барселоне. Адмир мне заказал, он приехал специально из Лондона. Я, с другой стороны, очень радуюсь, конечно. Мне очень, с другой стороны, очень жалко, что вот наши боятся подходить. Я не могу понять. Так радуюсь, что вот действительно вот кыргыза нарисовал после 26 лет.
знаете, вот эти уличные указатели очень полезные. У меня, например, сейчас нету интернета, и я вот по ним, например, направляюсь. Вот, Palau de la Música Catalana. Смотрите, там, значит, концертный зал, где идет опера. А здесь вот такая небольшая комната со скамьями из церкви. И отсюда можно выйти на такую небольшую террасу. И смотреть на улицу. А вот эти люди, которые живут вот в этом доме, они могут сидеть на своем балкончике и слушать музыку, которая идет оттуда. Вообще красота. Столько деталей. Вот не зря его называют жемчужиной Каталонии.